Друзья, всем привет! Сегодня у нас масштабненькая покрасочка. Сюда добавится еще 4 двери. Все окрашиваем с проемами. Черный глянец. Плюс пороги, может, еще ручки ребята успеют подготовить. Покраска чем интересна? Она сложна была в подготовке этого крыла. Кто подписан на Instagram, видел, что тут делалось в Америке, как оно было сделано. И прикол в том, что ребята... Ну, это неудивительно, но не смогли подготовить мне к откраске так, чтобы это крыло можно было просто открасить по готовому. То есть слишком много протиров в общем итоге. И это крыло надо загонять под мокряк. Загонять под мокряк я буду не весь борт тут, а дойду, где-то тут остановлюсь. Потом подготовлюсь к переходу частично. Хотя, знаете, я так смотрю, тут батон целиком... протирах у Сашки все пробито, кроме дверного как такового проема, хотя и тут, и там. Ладно, сейчас решим, как будем готовить, как будем заготавливать. Может быть, и проще целиком его задуть, чтобы перепылы свои же не затирать, потому что сейчас, если начнет тут останавливаться, вот тут вот этот батон надо пройти, тут все запылено остается. Не, наверное, логично будет. Так, первым делом, что делаем? Это двухкомпонентная кислота. Не хочу разводить в пистолет. Развел в баллон. Ну, развел. Есть баллон. Его развел. Он еще 3 дня будет активен. Можно будет попользоваться. Так, где у нас металл открытый? То есть все, что у нас в открытом металле, надо пройти... кислотой, хотя тут уже было пройдено кислотой, но ее всю пробили, открыли, поэтому сделаем вот так. Вот на этом борту у нас, значит, только вот этот протир и вот протирчик. Это мы все тоненько, ага, тут еще, ну, короче, пробежимся, но тут тоненько факелом, тут можно частично, чтобы потом липкой салфеткой протереть, и будем вкрашивать. Иду разводить грунт. Грунт-наполнитель. Сейчас сюда кинем грунт по пластику, потому что пластик голый, открытый. И мы готовы к открасу. Так, начинаем, как обычно, с продувки и протирки.
Готово. Сейчас еще слой на пороге, а пока пойдемте по протирам. Я тут подмазывал герметиком, небольшие трещины были. Все, теперь выпадаем на часок из этого процесса. Камеру можно выключать. Подсыхает, пройдемся липкой салфеткой. Может, где-то подшлифуем соринки, там, песчинки. Пороги очень хорошо Димончик мне заготовил. Выдрал сюда пластика так, что ни ворсинки, ничего нету. Прям замечательно. Ну, все равно все это перепроверим. Тут крылышко натягивается, все хорошо, контуров нет. Это радует, не может нас не радовать. Да, проем целиком завалить все-таки было, я уверен, максимально правильное решение. Все, сушка, перетирка и покраска. Так, все закачано, закатано, занесено. О, занесено в камеру. Крыло, соринка 1, соринка 2. Все остальное чисто. Два стакана по 0,6 краски. Полутораслойное должно еще и остаться, по идее, на бампера. Обдуто, продуто, сам продут, протерто липкой салфеткой. Приступаем. Жан-Алези 1.3 ETS. Это LS-ка, пининфорина. Сейчас подачу на полную не буду ставить, буду потихоньку по чуть-чуть, давление в районе 1.4-1.5 поставлю.
Ура! Закончилось! Офигеть! Объем какой я прошел, 600 грамм. ВС-400, 1.5 HD. А что же я так лоханулся? У меня ж лежит Black Mamba. А, ладно. Привык уже к стволу, забыл, что себе Black Mamba купил. 1.5 HD, лак MC-405 Leclerc. Понеслась.
полный стакан. Так, ну кузов закончен, отлачен. Сейчас покажу нюансы на этом лаке. Это первый такой большой объем именно с этим лаком. Прошло часа 3 после сушки, то есть выкатили его. Самое как бы главное, я этот проем лачил, вот тут перестыковывал крыло с батоном. Ну сколько, ну минута проходит, пока пролачишь проем. Видно вот так, то есть нормально шагрень такая мокрая, а дальше кусмарь сухой и дальше опять нормально мокрая. То есть все-таки вот этот припыл, присып, который идет на отброс крыла, за 1,5 минуты уже не впитывается. Хотя лачок такой, активно в себя поглощающий в течение нескольких минут приплыл. Почему, не знаю. Здесь батон целиком отлачен потом. То есть я примерно понял там фишку. Начал батон, бросил на середине и закончил его вместе с крылом, единым проходом. То есть в проеме приплыла этого видеть невозможно будет. А на стойке там придется пополировать, конечно. Шагер красивый, хороший, мне нравится. Конечно, есть сор. Тут, тут, вот тут. Ну, это не проблемка, уберем. Ну, как шагер сел, мне нравится такой красивый. По дверям все четко. Но они уже тут, в общем, таком запыли помещение. Ну, тоже есть что полирнуть. Вот крупненько. Тут парочка крупных. Крытый рук. Блин, обязательно хоть один, сука, но будет какой-то кратер. На кузове нигде нет, на дверях есть. Соринка, соринка. Две соринки. Соринка. И еще, вот когда расклеиваете, сейчас я за малым не сорвался. Пленку. С пленки могут лететь лохмотья, когда расклеиваетесь. Так вот, если лохмот упал и прилип лаком, смывайте бегом, счищайте как-то там аккуратно, потому что он склеится, и потом будете полировать, лысину наполируйте. Тут пару мест я таких снимал, прибежал аж мандражными руками снимать. Ну, лак уже сухой, высох хорошо, но все равно, это очень важно, чтобы свежак к свежаку не прилип. Такие вот пирожки с котятами. Будет красиво. Всем пока.